Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию, по вашей просьбе, еще одну простую нимфу, которая практически работает круглый год. Я взял крючок Камасан номер 400, 16 номер, огрузил его немножко свинцом в районе грудки и одел латунную бусинку. Изготовил хвостик, как вы видите, длина его равна приблизительной длине тела. И закрепил кусочек вот такой резинки, которая продается вот в таких наборах для рукоделия. Цвет я изначально выбрал такой, так как мушка у нас будет выступать в роли провокатора. Поэтому будем изготавливать с таким оттенком. А вообще можно изготавливать серого, коричневого, баклажанного цвета, черного цвета. Любым цветом, каким вы только захотите. Пробуйте, экспериментируйте. Эта мушка изготавливается для определенной рыбалки. Поэтому я ее изготавливаю так. Я немножко промазал клеем. И теперь нам необходимо в натяжку сделать обороты у хвостика. И постепенно ослабеваем нашу натяжку, формируем вот такое тело нашей нимфы. Украшать ничем мы больше не будем, потому что привлекающего элемента наша нимфа имеет больше, чем достаточно. Дошли до уровня крепления груди. И теперь здесь все закрепим и остатки удалим. Нам необходимо с вами будет еще изготовить грудку, чехлик и имитацию лапок. Учитывая то, что я буду ее изготавливать в простом варианте, мы будем изготавливать все из даббинга и из пленки. Значит, в качестве чехлика можно использовать вот такую пленку, которая имеется. Мы уже неоднократно изготавливали. Можно использовать пленку вот такую с даббинга, с набора фирмы Hands. Но я хочу изготовить чехлик из зачатки крыльев, из вот такого материала, который довольно-таки удачно мне попался у моих друзей в магазине. Значит, я буду крепить ее так, чтобы потом переворачивать в другую сторону. То есть закрепим ее возле шарика. Следим за тем, чтобы она у нас равномерно была распределена по цевью. Закрепим. И теперь будем изготавливать грудку. Грудку я буду изготавливать из вот такого даббинга фирмы Hands, который достаточно хорошо себя показал в работе. То есть проверенный материал именно вот такого оттенка и такого цвета. Этой партии, будем говорить так. Потому что не всегда попадается хороший даббинг. Промазали немножечко клеем. Нимфа достаточно простая, но уловистая. И небольшими теперь порциями добавляем наш даббинг на нить. И формируем даббинговую такую веревочку. Она должна быть плотная, но и в то же время ворсинки, наши остевые волоски должны хорошо торчать. Вот приблизительно вот такая должна быть у нас веревочка. И теперь изготавливаем здесь грудку и наши лапки, которые будут у нас уже служить. Из меха начесаны. Грудка должна быть несколько больше по размеру. Вот как у меня приблизительно. Подводим нашу нить. Теперь там, где мы будем крепить нашу пленку. Переламываем. И закрепим. Закрепили вот так пленку
И как обычно, я просто покажу медленно, как вы просили. Я беру и переламываю вот так нашу пленку пополам и отрезаю уже под небольшим углом, так, чтобы у меня образовалось крылышко. Пленка достаточно жесткая, поэтому старайтесь ее сильно не переломать. Вот так. И отрезали. И у нас сразу получается вот такой вырез, как я уже неоднократно вам показывал. Головку мы, сам чехлик, подкрашивать немножко будем совсем. Вот так, под черный. И крылышки, чтобы они у нас выделялись. И как вы видите, вот такая симпатичная, достаточно блестящая наша нимфочка готова к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!